Ночью, примерно в половину второго, сообщение о пожаре в частном жилом доме поступило с улицы Гоголя. На пульт 101 информация о возгорании поступила от соседей пострадавших. По тревоге уже через 5 минут на место вызова выехали 3 пожарные автомашины и 23 человека из числа личного состава. По прибытию борцов с огнем пламя уже охватило одну из комнат и грозило перекинуться на другие помещения. В комнате, ставшей очагом пожара, все выгорело дотла. Огонь уничтожил бытовую технику и вещи домашнего обихода. Прежде чем приступить к тушению, пожарные эвакуировали всех жителей дома на безопасное расстояние. На локализацию огня пожарным потребовалось 35 минут, а еще через четверть часа пожар был полностью ликвидирован. К счастью, в огне никто не пострадал. Сейчас причины возникновения пожара выясняют дознаватели управления ПЧС города Шымкента. Сотрудники Тюркубасского РОВД раскрыли факт разбойного нападения. Поздно ночью в 2:40 в одну из букмекерских контор села Рисколова ворвались 2 молодых людей в масках. Они избили 30-летнего сотрудника конторы и похитили 200 тысяч тенге и скрылись. В эту букмекерскую контору я пришел вместе с другом Бахдаулетом. Мы проверили, что у сотрудников нет оружия. Я первый забежал в помещение, уложил работника конторы на пол, а через несколько секунд за мной вошел Бахдаулет. Он прошел кассе, посмотрел ящики и сказал, что денег там нет. Я связал руки сотруднику конторы. Потом в помещение вошла девушка, я ее тоже положил на пол, взял у нее сумку и там нашел кошелек с деньгами. В нем было 200 тысяч тенге. Деньги я передал Бахдаулету. Түлкібас ауданында 26 желтоқсан күні қарақшылық шабуыл орын алған болатын түскі мезгілде. 26 декабря в Тюркубасском районе в полночь было зарегистрировано разбойное нападение. В букмекерскую контору ворвались 2 неизвестных людей в масках и совершили разбой. В ходе нападения они избили сотрудников конторы и забрали 200 тысяч тенге. Сейчас подозреваемые задержаны и заключены под стражу. Ведется следствие. Задержанными оказались жители Тюркубаса и Шымкента 1996 и 97 годов рождения. В качестве вещественного доказательства у них был изъят нож. Сейчас молодых людей полицейские проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.